Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритого» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо з нашою прекрасною дієтологиною Дарією про авітамінос. Доброго дня, Дарія! Здравствуйте! Що ж таке авітамінос? Розкажіть нам, тому що приходить весна, і всі починають кричати «авітамінос, авітамінос», або там починають хворіти і говорити «це в тебе авітамінос». Що це таке? Спасибо за вопрос. Тема крайне важная и актуальная сейчас в весеннее время. Для того, чтобы мы с вами подробно поняли, и, что, где, как называется, да, нужно начать именно с названий. Первое. Авитаминоз – это состояние, когда витамин какой-то определенный не поступает вообще. Как правило, это бывает у вегетарианцев, например, если они не едят животных продуктов и не хватает B12. А чаще всего встречается именно гиповитаминоз или поливитаминоз, когда витамин не совсем отсутствует полностью, а его просто не хватает. И вот мы сегодня с вами поговорим именно про гипополивитаминоз, то есть каких витаминов не хватает сейчас весной, откуда их брать и почему может их не хватать. Основных три причины, почему может не хватать витаминов. Первое, мы не получаем их с пищей, то есть когда неполноценное, нерациональное питание, чего-то человек не ест или ест одни булки, такое тоже может быть. Это первая причина, не поступают с пищей. Вторая причина, это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, то есть когда он получает витамины, вроде и питание полноценное, но есть в желудочно-кишечном тракте особенности, которые не позволяют усваивать эти витамины. Как правило, это у людей с целиакией, у людей с мальабсорцией, то есть вот такие симптомы могут наблюдаться. И третья, не менее важная причина, это употребление антивитаминов, то есть когда человек, например, употребляет лекарства, которые блокируют всасывание определенных витаминов, например, при лечении туберкулеза или при употреблении средств, которые разжижают кровь, да, то есть вот влияют на систему кроветворения, они же являются и антивитаминами. Вот это основные три причины. Теперь самое важное, каких же витаминов все-таки не хватает нам сейчас, именно вот в весеннее время. Прежде всего, это витамин С. Витамин С, он отвечает в организме за самые важные функции, синтез коллагена, карнитина, ферментов, гормонов, аминокислот. Это практически весь каркас нашего тела. Это сосуды крепкие, это связки, суставы, это кости даже, да, то, насколько вот будут крепкими в итоге кости. Это наш иммунитет, это всасывание железа, то есть много-много функций подвязано именно под витамин С. Он, к сожалению, не синтезируется у нас в организме, и мы должны получать его только с пищей, сколько его нужно в день. Нормы, которые самые минимальные, которые просто помогают не заболеть цингой, это примерно 50-80 миллиграмм. Но уже современные рекомендации говорят о том, что, например, витамина С должно быть минимум 150, а лучше 200. А если человек болеет, там, например, вирус какой-то у него, то это 300 и 500 миллиграмм в день. Но важно, если вы все-таки принимаете его дополнительно или принимаете в продуктах, мы сейчас скажем каких, то разделять их по времени, потому что он очень быстро разрушается, он не накапливается в крови, он выводится с мочой, почками, поэтому он очень быстро выводится из организма. Важно, чтобы его поступление было вот прям постоянным и пропорционально. Да, где его сейчас можно найти? Прежде всего, это киви, вот больше всего сейчас витамина С сохранилась в киви, в цитрусовых уже чуть-чуть поменьше. Наша любимая белокочанная и фиолетовая капуста, это как раз кладезь витамина С, особенно если эта капуста была заквашена с осени, и у вас она хранилась где-то в бочках, вот это прям идеально по витамину С. То есть в день достаточно съедать 2-3 киви, что-то одно цитрусовое, грамм 300 капусты, и по витамину С вы понимаете, что вы защищены. Как можно заподозрить еще по витамину С дефицит? Ломкость
кость сосудов, сухая потрескавшаяся кожа, синяки, вот когда дотронулся, уже синяк, слабость, головокружение, снижение иммунитета, вот человек подвержен прям к вирусным заболеваниям, он все хватает, потому что его иммунитет недостаточно быстро срабатывает, и это тоже является следствием дефицита витамина С. По витамину С закрыли. Идем дальше. Следующий по частоте распространения дефицита витаминов – это витамин D. Это не совсем даже витамин, это прогормон, который… рецепторы к витамину D находятся практически во всех органах и тканях. И при его дефиците, куда выстрелит, где что сломается, никто не может наперед предугадать. Поэтому витамин D дефицит ни в коем случае нельзя допускать. В пище его очень мало. Это практически рыба, это рыбий жир, совсем чуть-чуть, небольшое количество в яйцах, в сливочном масле, но этого недостаточно. В идеале витамин D вырабатывается у нас в коже под воздействием прямых солнечных лучей. А что мы делаем зимой? Мало того, что мы под солнцем не находимся, мы еще мажемся солнцезащитными кремами. А у людей, у которых есть избыточный вес и жировой массы много, у них даже и летом часто дефицит витамина D, потому что просто не вырабатывается витамин D. Поэтому я рекомендую витамин D вообще контролировать в крови, то есть сдавать анализ, и называется анализ 25-OHD, и проверить, его уровень должен быть на уровне 30 нанограмм на миллилитр. Вот это идеальный его уровень. Репродуктологи, вот те, кто занимаются вопросами оплодотворения, вынашивания, они вообще требуют минимум 50, на уровне 50. То есть это совершенно, это прогормон, который влияет на многие-многие функции. Не только на всасывание кальция в кишечнике, и то, куда пойдет этот кальций, в почки или все-таки в кости, но еще иммунитет, это очень-очень многие системы и органы, ни в коем случае нельзя допускать дефицита витамина D. С этим разобрались, поехали дальше. Следующий по частоте дефицита – это витамины группы В и фолиевая кислота. Витамины группы В где искать? Это бобовые, это семечки, орехи, это крупы. По ним реже возникают дефициты. И тут очень важно еще заметить, что очень часто же люди сами себе назначают витамины, да? И, как правило, вот в поливитаминных комплексах витаминов группы В больше, чем нужно, а, например, витамина D меньше, чем нужно, поэтому получается такой дисбаланс. Пожалуйста, не экспериментируйте со своим здоровьем, не бегите сейчас в аптеку покупать поливитамины, потому что это может, может принести вред. Вот совсем недавно приходила пациентка, у которой она сдала витамины некоторые, и у нее там передозировка витамина А, витамина Е, а при этом витамин D у нее в дефиците. Почему? Потому что она принимала поливитамины, в которых не было витамина D, витамина С, как раз то, что чаще всего является, ну, в дефиците. От я вас переб'ю, вибачте, передозировка, ви сказали. Що відбувається, коли надлишок, да, в якогось вітаміну, що тоді з людиною відбувається? Это очень хороший вопрос. Витамины делятся на жирорастворимые и водорастворимые. Вот водорастворимые витамины, это вся группа В, это С, витамин ПП, они не накапливаются в крови, то есть если вы их съели или выпили чрезмерно, они просто выводятся с мочой. Другое дело, если это витамин А, витамин Е и Д, это жирорастворимые витамины, они накапливаются в жировой ткани. И в каждый из этих витаминов в избытке может принести вред. Какой? Особенно токсичны высокие дозировки вот этих витаминов жирорастворимых для оплодотворенной яйцеклетки, для плода. Поэтому ни в коем случае нельзя экспериментировать с женщинам, которые находятся в репродуктивном возрасте, то есть которые могут забеременеть в любой момент, и это нанесет непоправимый ущерб вот этой эмбриональной ткани. А так, в принципе, это может быть какой-то дискомфорт, может быть тошнота, может быть головная боль, но это все проходит, просто это не так быстро, и не нужно этого допускать, вы же платите за это деньги и хотите получать пользу, поэтому лучше все-таки не экспериментировать. Витамины группы В, повторюсь еще, это крупы, бобовые, это семечки, орехи.
Теперь хотелось бы коснуться минералов. Вот это наряду с витаминами. Да, витамин А в дефиците может быть весной, и это тоже кожа и наше зрение. Это морковка, здесь его больше всего. Теперь насчет витамина С, кстати, еще шиповник, не просто так он здесь стоит. Но важно еще, как вы сушите шиповник. Если этот шиповник высушить в духовке, то витамина С там уже не останется. То есть шиповник должен быть просто свободно сохнуть там где-то при комнатной температуре. И заваривать его, как правильно, не кипятить, а в термос на 8 часов 1 столовую ложку на 500 мл. Вот вам будет такой витаминный напиток еще по витамину С. Теперь по минералам, что очень важно. Чаще всего мы находимся в дефиците йода и селена. Это самое распространенное. И на третьем месте это магний. За что отвечает йод? Он нужен не только щитовидной железе, но щитовидная железа просто не в состоянии синтезировать гормон, если не хватает йода. А у нас почва очень бедна на содержание йода и селена. Поэтому очень важно употреблять эти минералы где, откуда их брать. Это рыба, морская рыба, это водоросли, это морская капуста. Вот там много йода содержится. Возможно, даже ВОЗ рекомендует принимать и там добавки с йодом на профилактической постоянной основе. Особенно это касается детей, особенно это касается беременных и кормящих мамочек. Тут очень строго. Минимум 150 микрограмм йода в день, минимум 30-50 микрограмм селена в день. Это очень важно. Магний. Откуда же брать магний? Магния много в авокадо, магния много тоже в некоторых семечках и орехах, и магний – это нервная система. Вот если вы психуете, если вы понимаете, что скоро уже совсем волосы просто становятся дыбом от чего-то, каких-то происшествий, от коронавируса и от новостей. Ешьте семечки. Ешьте семечки, авокадо и выравнивайте нервную систему, потому что магний в первую очередь нужен нервной системе, но он нужен также и всем органам и тканям абсолютно. Людям с избыточным весом нужен крайне важно магний, потому что инсулинорезистентность, избыточный вес, это все как причина, так и следствие дефицита магния. И цинк очень важно, тоже часто дефицитно по цинку. Для чего он нам нужен? Это наш иммунитет, это иммунная система, это защита опять-таки от вирусов и бактерий. Очень больше всего цинка в тыквенных семечках. Тут же много фолиевой кислоты, которую тоже дефицитная часто. То есть семечки тыквенные должны быть у вас в рационе каждый день, хотя бы столовая ложка в день, но в идеале их не просто жевать, а измельчать на кофемолке перед употреблением и добавлять, например, в кашу. В идеале они должны быть не солеными и не жареными, то есть это сырые тыквенные семечки, это самое полезное. И еще очень важно, сколько бы вы витаминов не пили, не ели, если у вас будет дефицит жидкости, дефицит воды, они не доедут туда, куда им надо. Поэтому важно еще в весенний такой период не забывать про воду, потому что много сейчас и ветер, и солнце, и смена температур, мы очень часто в дефиците жидкости. Ваши витамины просто не доедут без воды вместо назначения. Фух, тож дивіться, в кого чаще за все, частіше відсутні вітаміни, це вітаміноз, у дітей, у чоловіків, у жінок, хто більш такий податливий до цього? Чаще всего подвержены дефициту витаминов, опять, группы риска. Люди, которые неполноценно питаются. То есть это может быть как мужчина, так и женщина, так и ребенок. То есть важно просто, чтобы рацион был максимально разнообразным, чтобы там было много овощей, много фруктов, чтобы были ягоды. Даже зимой замороженные ягоды вполне восполняют и витамин С, и многие минералы, и многие витамины. Не нужно этим пренебрегать. То есть первая группа риска – это люди, которые нерационально питаются. Вторая категория – это беременные, это кормящие мамы. То есть у них очень часто тоже все вышеперечисленные моменты могут встречаться. Особенно это витамин D. В молоке, кстати, в материнском его очень мало, поэтому детям маленьким, буквально грудничкам, тоже рекомендуют D-профилактику делать.
беременные кормящие сказали, спортсмены, которые много тратят. Вот у спортсменов очень часто дефицит магния возникает, потому что во время физнагрузки, во время нервных перенапряжений идет очень высокий расход магния, поэтому практически у всех наблюдается дефицит магния. Давление, кстати, вот люди, которые курят, которые употребляют алкоголь, у которых есть хронические заболевания, например, хронический гастрит, хронический панкреатит, дискинезия желчеводящих путей, скорее всего, у них тоже есть дефицит витаминов, потому что алкоголь и никотин являются антивитаминами, то есть они разрушают многие витамины, а хронические болезни, они просто способствуют вот этому, да, фону, когда витамины усваиваются хуже. И, как правило, если мы представим себе бабушку 70 лет, у которой гипертония, там, атеросклероз, какая-то еще там стенокардия, и еще там почки, и еще гастрит какой-то хронический или панкреатит, и представим, что она может себе купить на свою пенсию, то, конечно, у нее тоже будет дефицит витаминов, поэтому важно заботиться о своих взрослых мамах и папах и приносить им все-таки не таблетки, а максимально разнообразную пищу. Дякую вам за те, що ви до нас завітали, за те, що так швидко, так ємко і так чітко розповіли нам про авітамінос, якого всі, до речі, бояться не менше, ніж коронавіруса. Але знаєте, що я вам можу сказати? Головне, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви вірили в себе, в свої сили, гарно, правильно харчувалися, займалися спортом і більше ходили по вулиці, тому що погода прекрасна. Дякую вам за увагу, дякую вам, Даша, за те, що ви завжди з нами. Будьте здорові, харчуйтеся правильно і будьте щасливими, все, що я вам можу сказати. На все добре, до побачення.